Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Всем здравия, мира и добра, благополучия в каждый дом. Сегодняшнее видео ответ на вопросы по посеву семян капусты, а также высадки рассады капусты. И мы сегодня вот такой график составили, агрогороскоп своеобразный. В первой половине листа это время посевов, а также, если уже готова рассада, напоминаю, возраст рассады капусты обычно от 30 до 40 дней. Все зависит от температурного режима, как вы выращиваете. Но в основном в течение месяца рассада капусты готова. И вот она уже готова у наших зрителей. И спрашивают, когда можно высаживать. Позади уже время тельца 3 и 4 апреля. Но вот вопросы возникли именно уже сейчас. Поэтому давайте рассмотрим время посевов. Посева семян капуст различных. Это и белокочанная, цветная капуста и так далее. Все, что вы любите. Мы сеем капусты в апреле 2022 года, время киевское. Первый такой хороший период это для посева 7 апреля с 19 часов до конца суток. И 8 апреля все 24 часа. Остальное время у нас нерабочее. 9 апреля переход Луны с первой во вторую фазу. И 10 у нас Луна без курса также забирает часть времени. Поэтому вот это время, когда Солнце находится в королевском 18 градусе. Представляете себе Овна. И в 19 градусе Овна. И рак при этом тоже находится при растущей луне. То есть растущая луна в знаке рак. Супер время, сочетание очень хорошее. И вот эти энергии помогут получить хорошие дружные всходы. Ну и если вы высаживаете рассаду в это время, тоже прекрасное время для того, чтобы формировалась корневая система и хорошая капуста была, хороший урожай капусты. Следующий период очень короткий для посадки и для посевов. Это у нас время сразу же после сожженного пути полнолуния. Оно сокращено, к сожалению. Поэтому получается 18 апреля с 22 часов и до конца суток. Здесь время очень хорошее. Тоже солнце в 29 градусе Овна. И убывающая луна только после сожженного пути полнолуния в знаке Скорпион. Вот видите, у нас как раз и 19-го луна без курса. Вот такой короткий период получается в Скорпионе. Следующий период тоже очень хороший, но я бы рекомендовала вот для того, чтобы получить средние крепкие сорта. А иногда наши подписчики и зрители выращивают уже в этот период, сеют семена капусты на именно поздних сортов. Вот этот период для того, чтобы капуста хорошо хранилась, замечательное время. Посмотрите, какое прекрасное сочетание. Солнце во втором и третьем градусе тельца. Представляете, второй и третий градус тельца эти два дня. И убывающая луна в Козероге. Причем это еще третья фаза. Мы можем использовать для того, чтобы капуста не тянула сильно к солнцу. Хорошая корневая система. И затем посадку можно провести будет уже рассады, когда у вас пройдет месяц, и вы будете высаживать рассаду в открытый грунт. Прекрасно выбрать именно растущую луну. Сочетание будет очень хорошее. Итак, это у нас такие дни. 21 апреля с 8 часов утра до конца суток. 22 апреля все 24 часа. Ну вот это были три таких периода, которые были связаны с посевами. И плюс это время посадки рассады. Но у нас еще есть один период. Это уже высадка рассады. Вот этот период, убывающая луна, я не использую для посева. Именно это капуста у нас. Это уже четвертая фаза. Но для посадки рассады это время прекрасное. Тем более у нас, смотрите, три дня. Солнце будет в 6, 7 и 8 градусах тельца. А вот убывающая луна будет в знаке рыбы. Сочетание очень хорошее. И в это время, если высаживать рассаду, тоже прекрасная корневая система и очень сочная вкусная капуста получится. И вот этот период 25 апреля начинается с 14 часов дня до конца суток.
26 апреля все 24 часа, 27 апреля с 0 часов и до 15, только затем Луна без курса и переход в другой знак произведет Луна убывающая. Ну вот для того, чтобы еще раз вы могли себе сделать такую заметку, скрин, это вот все, что связано с капустой. С посевом семян капуст на рассаду и с посадкой рассады уже готовы. Ну что ж, Раиса Гриченко, Александр Волик ответили снова же на ваши вопросы по поводу посевов и посадок различных капуст. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!